Привет, мир. День назад вышел клип на песню «Мидии у Лидии» группы «Громыко». Песня с альбома «20 тысяч лет под водой». Альбому уже практически 3 года. И участники группы подготовили видео только сейчас. Признаться, я хотел попасть на концерт «Громыко» до эпидемии коронавируса. Они анонсировали концерт в нашем городе, но я приболел. Они приболели и не приехали, концерт отменился, и после этого концертов уже не было. Ну, по крайней мере, в нашем городе, я думаю, что ансамбль еще играет, и я попаду на их концерт. «Мидии у Лидии», смотрим все вместе клип и делимся впечатлениями. Погнали! Ну, полька. Да. Клип сделан в классическом таком аниматронном стиле. Аниматронном мультипликационно-аппликационно-аниматронном стиле, наверное. Да, наверное, так. Класс. Ну, такой несколько детский. Но есть здесь определенный символизм. Если вспомнить, группу Егор и Обезденевшие, Егора Летова, в то время, когда 90, 91, 92, 93 год, они творили именно под этим названием, у них обложки были как раз из вот таких вот сборных аппликаций. А ребята как раз здесь сделали такой мультик. Ну, вообще, конечно, техника не новая, но занятная. Клип наверняка не супер бюджетный, скорее малобюджетный. Вот, например, «Мурен» вообще из обоев сделано. Мало кто знает. Чем хочешь обрадовать морского царя? Софи Лорен. Не, ну четко. Это настоящий тяжелый психоделический твист. Ну а в этом есть какой-то либо рок-н-ролл, либо полька. Да, как будто школьники нарезали из журналов разных рыбок, разных человечков, и потом сняли клипец. Вообще супер. Софи Лорен. И все смотрят на ее бюст. Морского царя, да. Громыко вообще молодцы, конечно. Вообще обалденно. Простой детский такой ролик. У меня, я помню, ребенку старшему, когда было 13 лет, девочке, она снимала такие вот мультики подобные на сценке из жизни. И здесь эти ребята примерно то же самое воплотили. Ну, наверняка были помощники вот в этом творчестве. Сделали прикольно, здорово, так вот свежо и непринужденно. «Громыко». Пожалуйста, альбом «20 тысяч лет под водой». Там просто каждая песня – это определенный такой мини-шедевр. Желаю всем прекрасного прослушивания. Пока.